Что же это такое? Что же будет? Люди вы или нет? Мужики, куда же ты мы, а? Мужики! Отстань! Погоди! Отстань! Погоди! Давай скорее! Мужики! Мужики, ну давайте встанем, а! Здравствуйте.
Вся сила и с легким оттягом. А ну давай ты. Ах, черлявики, по твою душу я. Мужики, ну давайте встанем, Христом Богом вас прошу. Давай. У нас место глухое, от всех в стороне. Живем тихо, просто живем и все. Вы ведь к этому не привыкли. Нет. Мы твердо решили. А с остальным покончено. Да офицер-то я. Я не по призванию. Да. Понимаете, я бы очень не хотел когда-нибудь остаться совсем один.
Папа! Папа, тебе хватит? Поверьте, я очень старалась. Наташка! Господи! Точно! Мать, как в тот наш день. Это все мамина. Все было по-настоящему. Хорошо. Тогда сейчас сразу и приступим. На колени. Господи, прости меня, грешную, что беру на себя недозволенно. Но ни твоих слуг господних, ни присутственных ныне днем с огнем не сыщешь. Время такое. А другого может не быть. Благословен Бог наш, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Забыл. Ну, в брак вы желаете вступить оба. Все. Папа, а родительское благословение? Да-да, конечно, конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот теперь аминь. Теперь поцелуй. Гонится мой миленький все за мною, за моей, за розой, за козою, за моей. А я за ним, девица, не гонюся. А я за ним, красная, не гонюся. А я за ним, красная, не гонюся. Жалко, что матушки твоей нет здесь. Было бы все не так. Было бы все совсем иначе. Все совсем иначе. Thank you.
Ветер окно распах. Какая чудная ночь. И тут ветер, и дождь. Прямо очищение какое-то. Прав твой отец. Так и надо жить. Жить и радоваться. Как Богом положено. Отца позвать? Не надо. Помоги мне. Я сейчас. Офицер? Офицер? Почему не расстрелян? Зря людей порубили. Свидимся, пожалеешь. На том свете свидимся. Ваше благородие. Да. Оружие ваше где? Оружие? В доме. Пусть там и полежит. Руки вверх. Зачем? Так надо. Пожалуйста. Вась! Что делать-то, Вась? Молодец, Гавря. Давай старичка колодцу. Сюда, сошли. Ну, что вы делаете? Перестаньте сейчас же. Давай, давай, давай. Какой мне стыд, друг? Вы же с ума сошли. Дедушка. Безобразие какое. Так. Когда кони-то придут? Какие кони? Старичок-то того. Какие кони? Давай, 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 ребятки! Быстрее, быстрее! Закрывай, закрывай ворота. Молодец. Так, а ты? Ну-ка, иди сюда. Стой тут! А ты брось лошадку! Брось, брось лошадку! Так, иди. Вот так, стой здесь. А ты что, оглох? А? Ложись!
выложусь. Разбойники. Возьми седла. Гнедого и серенькую, быстро. Не трогайте. Не трогайте их. Я... Дура, девка. Не подходи. Так папашу угробить можешь. Не подходи, говорю. Что вы с ним сделали? А кто он тебе? Муж. Нынче за офицером все одно, что за покойником. Поаккуратней. Дама все-таки. Ничего, потерпишь. А вон и твой зашевелился. Значит, жив будет. Барышня помешала. А то б я тебя... Гавре, глаз с них не спускать. Я пока в дом гляну. Что останется от Вермиса? Васька не велел. Ну тогда смотри. Ну мы с Поборски, не всех, только двоих. Тебе их все одно не сберечь. И мы тут другие позарятся. Вот наша братва не знает. На драхту мается. Лучше меня убейте! Не троньте его! Он племенной! Это породы корень! Он такое потомство даст, что английским выводным скакунам не уступит! Нынче мужик всему хозяин! А мужику все одно, под кого навод греет. Для пахоты не кровя нужны! Сила! А ты? Ты дурак! Что-то сейчас будет. А ну-ка брось! А ну брось! Парень, доставь сюда свою его батарею! Быстро, быстро! Клади! Это что ж такое? Не уж стрельнет. Угу, если зарядить. Да ты никак из комиссаров будешь. У нас, батька, для таких, как ты, один закон. В распыл пущать. Зато с вас и спрос будет. Уж не ты спросишь. Все спросят. И я спрошу. Когда надо. Чайку, Ани. Отца. Ты, что ли, меня лечила? Я. Yeah. Спасибо, ласточка. Может быть, вы все-таки меня развяжете? Ничего, ничего, постой пока. Так. Вот это кто? Вот это? Мой муж. Да?
Хороший человек? Хороший. Ладно, поглядим. А вот эти? Это бандиты, они же лошадей грабят. Значит так. Именем советской власти объявляю коней достоянием Российской Республики. Каждого, кто их тронет, буду карать по законам революционного времени. Кони нам нужны. Здорово придумано. Значит, они теперь твои, что ли? Я же сказал, достояние республики, народное, значит. Эти, что тут? Разлеглись на дороге. А ну-ка, давайте, вставайте. А хозяин теперь кто коням? Народ. А ты мне толком скажи, кто? Кто стрелял? Я. А чего? Давай! Шире давай, шире! Заходите, заходите, мужики. У меня патроны кончились. Не правда ли, господа, я прибыл вовремя? Разведку на бугор. Стоим до команды. Коней не расседлывать, напоить. Ясно? Есть! Слезай! Отпустить подпруги! Отпустить подпруги! Кто хозяин? Народ! Я шучу? Я тоже. Вы бы нас развязали. Хозяин в Париже. Я управляющий. Уваров Сергей Сергеевич. Развяжите его. Дайте нам чаю с вареньем, если можно. Можно, конечно. Ничего-ничего. Вы понимаете? Вы понимаете, нас тут просто грабят. Я вижу. Ну-ка, ну-ка. Давайте его сюда. Очень знакомое лицо. Не припомню, где встречались. Из вчерашних, недорубленный. Вот и свиделись. Разбинтуйте его. Уйдем отсюда.
Кстати, кто его перевязал? Я. Останьтесь. Продолжайте. Поразительно, господа. Бывает же такое. Сквозь прошла. Кто его рубил? Они. Разберемся. В конюшне. Слушаюсь. Простите, а вы кто будете? Офицер. Надо же. А я подумал, что доктор. Вы что, в отпуску? Я из-под Николаевской из окружения. Поручик Белоглазов. Но я решил больше не участвовать. Извольте одеться и доложить по форме. Опять жрать намылился. А что такое? Тут пишет. Разрозненные белогвардейские части, это про нас, чиня зверству среди мирного населения, с боями пробиваются к последнему оплоту, так что получается, красные с минуты на минуту будут здесь. А, собственно, что мне беспокоиться, кого мне бояться? Ведь дело, которым я, в принципе, занимаюсь, оно... Бесспорно полезно при любой власти, при любых убеждениях. Так вот именно это я имею в виду. Лошадей я на пользу красным не оставлю. А при чем тут красные? Оставьте их дома, я их все равно никому не отдам. Так ведь вас, голубчик, никто и не спросит. Они ж племенные. Но ведь красным все одно. Они и на жеребах воюют. Я только не понимаю, а вам-то что до этого? Лошади не ваши. Хозяин, хозяин в Париже. Вы управляющий. Так что я не понимаю, какое это для вас имеет значение. Это не для меня, а для России. Тем более. Так что, да что же? Как это понимать? Это что, венец моих усилий? Я всю свою жизнь отдал на благо лошадей. Я то, что складывается веками, сделано в течение одной человеческой жизни. Я породу вывел. Вы же хорошо знаете, что мне без них не жить. Да что вы, ей-богу. У вас дочь, умница-красавица. Вы можете поехать с нами, только быстро. Тебе! За Гаврю! А это тебе! За меня! А это тебе за...
Все, парень. Больше я тебе ничего не должен. Нет, должен. Стрельба началась, мне не досуг было. Теперь ты мне объяснить должен. Кто такой народ, который хозяин? А? Все. Готовьте табун к отправке! Еще одно меня беспокоит. Жеребят. Что жеребят? Слабы они еще. Придется не спешить, а то ведь не дойдут. А я и не подумал. Ну хорошо, учтем. Спасибо. Учтем. Речкин! Да! Жеребят отделите. Кобыл погоним отдельно. Отделение Кумейко, ко мне! А ну, скорее, Ядрёна, хори! Хорошо. Веселей, мать, кто это? Нет, бывший хозяин тоже хозевать будет. И он, все. Не бывает так, чтоб все. Бывает. Все. Никто, значит. Не будет с этого толку. Будет. Вот. Я переоделся. Но все равно это ничего не изменит. В каком смысле? Во всех. И в частности, в биологическом. Что-то изменилось на этой планете. Чего бы мы ни делали, плохое или хорошее, мы обречены. Сопротивление бессмысленно. Уйти за границу – все одно гибель. Разве что самоубийство. Вы не учли еще один выход. Я подскажу его вам. Перейти на сторону красных. И вы думаете, что мы им понадобимся? Я тоже об этом подумал, но вот не решил для себя окончательно. Я офицер, поэтому вижу смысл и буду действовать до конца. И не только сам, но и таких, как вы, заставлю. Потому и служу, как должно служить. Подгони! Подгони! Вертак! А вы сюда! Жеребят оставим на месте, разделим и прямо погоним в степь. Действуй! Быстро, быстро, быстро! А ну, живей, живей! А ну, давай! А ну, давай, начинай! Скорей! Дели табун! Ребятами нам ног не унести. Быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей! А ну! Добыл раскол! Так, так! Чего стоишь? Так, так. Ребенка, ребенка держи. Давай следующих. Постойте! Что вы делаете? Успокойтесь. Жеребят оставим здесь. Вы правы, они не дойдут. Да и нас по рукам и ногам свяжут. С ними далеко не уйдем. Красные на хвосте. Они же погибнут. Иначе никак. Ну тогда оставьте хотя бы кобыл. Вы же понимаете, они кормящие. Да вы что? Мы эшелон рвем, деревни сжигаем. А вы хотите, чтобы я лошади оставил? Побойтесь Бога. Нынче Бог на стороне тех, кто его отвергает.
Спасибо, братец. Уводите кобыл, я вас догоню. Слушаюсь. Да, интересно. Кто из нас больше люди? Лошади или мы? Поручик, давайте выясним отношения. Тут для вас подвернулось небольшое дельце. Надеюсь, вы не откажетесь расстрелять своих собственных грабителей. Откажусь. Жаль. Тогда мне придется расстрелять вас, как дезертира. Да стрельни, парень, и дело с концом! Неужто правда расстреляете?
Вы не передумали, поручик? Давай. Стой! Люди! Люди! Берете на себя то, что Богу положено! Что вы хотели сказать? Неблагородно, жестоко, но... Ну, говорите, говорите! Понимаете? Ведь эти лошади... Родоначальники породы практически не имеют цены. Вы что хотите предложить? Возьмите их себе, а людей оставьте. Для того, чтобы взять их себе, у меня нет нужды в вашем согласии. Да стойте же! Капитан, я вас интересую как женщина? Мое согласие в этом должно иметь для вас значение. Так вот, оставьте их, я согласна уехать с вами. Простите меня. Ради бога, простите, девочка. Я, пожалуй, соглашусь, а потом и передумаю. Сейчас жизнь человеческая гроша ломаного не стоит, а вы случайную близость возводите до такой цены. Я все понимаю, мне вас искренне жаль. Он не стоит ваших забот. Он вам не защитник. Прости меня. Нет. Простишь ли ты меня? Мы ни в чем не виноваты. Нам нечего стыдиться. Мы честны перед людьми, перед Богом. Эх, парень. Добром да укором с такими, как капитан, не разберешься. Силу иметь надо. Кто смел, тот и съел. Закон природы. Это у волков. Что может заставить нормального человека продолжать эту бессмысленную войну? Без неприятностей прожить хочешь? Не выйдет, не то время. Да и скука это. Ты хозяин своими коньми, как купец с дочкой. Всем понравься, никому не давайся. Так свадьбы не будет. Не переживай, хозяин. С конями, глядишь, все кругом обернется. Я их белякам не отдам. Этим вы все равно их не спасете. Найдете их под седлом. А ну-ка, давай сюда свою пару. Ты что задумал? Ты посмотри, вон сколько, нас всего двое. У меня к ним счет особый. Они моих ребят порубили. А ты не ходи. А вот и не пойду. Вот и не ходи. Вот и не пойду. Я сам коней люблю. Да только мне дело, что за чужими гоняться, когда хозяева дома при бабах сидят. Теперь ищи ветра.
Найдем. С жеребятами далеко не уйдут. Дома такой же растет. Бабе наказывал, чтоб глаз не спущала. Отвернусь, как за дитя спрошу. Эх, а у меня ни бабы, ни дома, ни жеребя. Ничего, молодой, наживешь еще. Поднимайте табун. Поднимайте табун. Есть! Поднимай табун! Поднимай табун! Давай, 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 давай! Осторожненько. А что, ребята, как? Нельзя догнать. Загоним. Да и потопчатые кобылы на ходу. Поехали! 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 Что? 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 Что случилось? Разговорчики! Красные на хвосте! Поднимай табун! Поднимай табун! Умей комхову!
С вашими лошадьми наше время не пережить. И ваши чувства мне понятны, Сергей Сергеевич. Но поймите, то ли белые, то ли красные все равно взяли бы ваших коней под седло. В любом случае, вы бы их потеряли. Порода гибнет. Да будущее русского конезаводства никого сейчас не волнует. Не осуждай меня. Каждому предел свой положен. Я что, должен был его убить? Господи. Я так говорю просто потому, что не знаю, что делать. Они, похоже, знают. Кто они? Ты чего ж, Паша, весело? Веселье впереди! Стой! Чё? Чё там, Андрей? Чё?
Загнали? Загнали, малого. Отскакался. Ищите брод. Слушаюсь. За мной. Есть. Кажется, приехали. Ваше благородие, кобыла без жеребенка не пойдет. Кончать надо. Не, ваше благородие. Не могу. Ваше благородие, с лошадьми не перейти. Готовь пулемет. Ваше благородие, вы что? Надумали. Разговорчики! Дозвольте узнать, в чем дело, ваше благородие. Действуйте. Умейка, возьми коня. Какие будут распоряжения? Да пошел ты. Никаких. Трогай, Андреич. Оставайтесь здесь. Ваше благородие, стрелять не надо. Разговорчики, мать твою, так! А вы чего лучше развесили? А ну, разойдись! Мать вашу, разойдись! Кому говорю? Разойдись, стрелять буду! Ну, ой! Большевикам коней сберегаете. Продаете? Ох, продаете, казачки. Казаки, урядник, лошадей домой! Выполняйте приказания! Слышите, нет?
не ведаете, что творите. Опомнитесь. Не мешайте. Я убью вас. Да, парень. Натворил ты дел. Ни нашим, ни вашим. Ты, парень, себя не жги. Мы твоих ребят не рубили. Не злые дни мы, чтоб травить нас, как бешеных. Мы с понятием. Русские мы. И дорога у нас, видать, одна.
с полными ведрами. На счастье. Не успел я, не успел. Лошадки вернулись. Видать, повязаны мы. Ни им без нас, ни нам без них. Ну вот, хозяин, ухожу я. Дело у меня во. А ты давай расти коней. Кони нам нужны. Только вот боязно вас одних-то оставлять. Ну да, может, обойдется, все-таки среди людей живем. Да, среди людей живем. Коней! На бас! На бас! Вернулись. Хорошие красавицы. На бас! На бас! На бас!